Со студенческой скамьи сразу на работу. В Чердаклинской районной поликлинике начали свою трудовую деятельность два молодых врача, выпускника Ульяновского государственного университета. Это участковый терапевт Александр Манютин и участковый педиатр Татьяна Ситникова. Для Александра, типичного городского жителя, решение работать в сельской местности стало вызовом для самого себя. О программе «Земский доктор» молодой врач слышал еще учась в университете. На предложение работать врачом в Чердаклинской поликлинике ответил с большим энтузиазмом. Ну, конечно, сложности по адаптации, они всегда есть в первые дни. Но я так хочу сказать, месяц отработал, они уже прошли. Как население, это деревенская особенность населения, как они воспринимают? Население хорошо относится, доброжелательно, положительно. Никаких негативных, отрицательных моментов не было. А вот педиатр Татьяна Ситникова, можно сказать, вернулась в родные пенаты. Девушка родом из Чердаклинского района. С того момента, как Татьяна поступила учиться в медицинский вуз, всегда мечтала работать с детьми. Промываем носик солевыми растворами до 6 раз в день. Кашля нет? Нет, когда она не кашляет, вот просто бывает хрипит, так разговаривает, и хрипы такие вот. Так не кашляет. Значит, оставляем такое лечение. Татьяна Ситникова также работает по программе «Земский доктор». Существенным стимулом такой программы является выплата 1 миллиона рублей специалисту, который должен не менее 5 лет проработать в сельской местности. Я очень люблю деток, мне очень нравится с ними работать, но по мне гораздо приятнее работать с детками, с ними контактировать. Душа лежит к детям. Да, я сразу решила для себя то, что вернусь в Чердаклинский район. То есть это было целенаправленно, и даже другие варианты не рассматривались. Проблема нехватки медицинских кадров на селе сегодня решается не только программами «Земский доктор», «Земский фельдшер» или «Земская медицинская сестра», но и благодаря модернизации первичного звена здравоохранения. В настоящее время мы нуждаемся еще в двух врачах, участковых терапевтов и два врача-педиатра нам надо. Ну, как бы мы встречаемся с выпускниками наших вузов, выезжаем на встречу с ними, мы рассказываем о наших программах, о льготах, которые предусмотрены для молодых специалистов, и об условиях работы в нашем лечебном учреждении. Отмечу, что с момента реализации программы «Земский доктор» в сельскую местность Ульяновской области трудоустроено уже 486 человек. В текущем году подобный статус получили еще 36 молодых врачей. По программе модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2021 года трудоустроены и работают по специальности 15 медицинских специалистов. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.